Ребята, всем привет! Ну и как всегда с вами ваша неугомонная Саночка Ханочка. В общем, я решила поделиться с вами. Значит, это рыбный суп или уха, как вы хотите, так и называйте. Вот, я рыбачка с огромным-огромным стажем. И хочу вам сказать, я когда готовлю эту красоту, люди уже второе кушать не хотят. Они просто уничтожают за 5 минут с добавками, со всеми делами. Значит, если вы хотите, чтобы у вас такая была красота, и чтобы цвет был ухи или рыбного супа красивый и аппетитный, как вы видите, да? Значит, я рассказываю свои секреты, делюсь. Значит, вам нужен набор с морепродуктов, любой. Значит, в этот набор обычно входят кальмары, шримпы, какие-то устрицы, крабовые палочки, мидии. Вот такой вам надо один набор, небольшой, учитывая размер казана, вот это казанчик. Вот. Также вам надо как минимум 3 вида разной рыбы, потому что каждая рыба имеет свою жирность. Если вы хотите насыщенную уху, значит обязательно 3 вида, 3 сорта какой-то рыбы разные. Значит, вначале вы заливаете воду в казан, кидаете все вот эти, всю вот эту красоту. То, что я перечислила ранее. И когда вы увидите, пойдет пена грязная, вы ее просто убираете, чтобы было все чистенько, цивильненько. И вы туда закидываете, в эту крыпки. Значит, вы закидываете на мелкой терке морковка, на мелкой терке натертый красный болгарский перец. Если нету красного, можно зеленый. Вы туда натираете помидоры, вы туда нарезаете сельдерей. Окей, потом кинза или любая зеленушка или укроп. В общем, все, что вы любите. Солите, перчите. Обязательно чесночок. И когда пойдет опять пена, вы эту пену снимаете, потому что эта пена пойдет от перетертых овощей. Значит, сняли эту пену и потом туда в конце закинули картошки, мелко порезанные. Я режу вот на такие вот квадратики. Сейчас покажу, видите? Значит, как картошка будет мягкая, все, ребята, ваша уха готова. Так что не забудьте посолить, поперчить, выдавить чесночка, и будет всем счастье. Так что, ребята, всем пока-пока!